Полное название проекта – Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Он пройдет с 8 по 14 ноября в Рязани и других городах нашей области. Основной посыл – подчеркнуть, что русская культура – это наследие всего человечества, которое объединяет, а не разобщает. Мы стоим на принципах нашего суверенитета, на принципах жить по своим правилам, по своим традициям. Мы стоим на традициях семейственности. Мы отстаиваем традиционную нашу семью, да, где есть понятие мамы, папы, детей. Да, мы верим в это, мы стоим на этих принципах. Национальность определяется любовью к стране и соблюдением исконных традиций, а также уважением к другим. Именно поэтому проект интернационален. Здесь собраны активисты из 14 стран. Среди них артисты, историки и представители искусства. Это не только музыка, это не только литература и так далее, искусство. Есть искусство жизни, есть искусство быть русским, есть действительно состояние души. И мы сейчас боремся, чтобы не терять это. Современная европейская cancel culture по отношению к нашей стране – не что иное, как махровая русофобия. Но так себя ведут не все, далеко не все. И наши иностранные друзья готовы свое мнение отстаивать категорично. Мое отношение к отмене российской культуры сугубо негативное. Definitivamente, yo vivo en Rusia porque no pude seguir viviendo sin la posibilidad de tener los ojos de ustedes. Я осталась жить в России, потому что я поняла, что я без ваших глаз не могу жить. Русская душа со всей ее смелостью, добротой и гостеприимством сегодня находит отклик в сердцах всех, кто с нами. Пусть даже их разделяют континенты. У фестиваля будет некая юбилейная повестка. Часть событий будет связана с памятными датами нашей с вами истории и культуры. Среди них 645-летие победы рязанских и московских дружин в битве на Воже, а также 245-летие переименования Переславля-Рязанского в Рязань, чтобы помнили, даже за рубежом. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».